баз вина работают в разведке, сейчас информацию передадут. Сегодня утром в 10 часов 20 минут на строительной площадке физико-математического лицея в микрорайоне Симхоз Сергиева Посада произошло возгорание на первом этаже в блоке «Б». Предварительная причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. В настоящее время по факту чрезвычайного происшествия проводится проверка. Рабочие приступили к восстановительным работам. Площадь возгорания не превысила 100 квадратных метров. На место пожара оперативно выехал глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов. Прибыл на место возгорания в новом строящемся здании физмат-лицея. Значит, МЧС сотрудники доложили, что пожар полностью локализован. Площадь возгорания составляет не больше 100 квадратных метров. Основное это, конечно, идет задымление и закопчение внутренних стен и окон. Сегодня специалисты и эксперты выйдут для оценки внутреннего состояния стен, для того, чтобы избежать взрывов сдачи объекта. По крайней мере, риски МЧС не выражают, и в целом ситуацию будем дальше контролировать для того, чтобы в срок 1 сентября объект был сдан. Евгения Дунина, Владимир Бессарабов, День города.